Эксперты страхового института безопасности на дорогах США, IIHS, усомнились в пользе коленных подушек, которые установлены под рулевой колонкой и предназначены для защиты ног. Исследователи выяснили, что при лобовых столкновениях с перекрытием в 25% и 40% подушки снижают общий риск травм на 0,5% в пределах статистической погрешности. Иными словами, по мнению специалистов IIHS, коленные подушки оказывают незначительное влияние на риск травмы, а в некоторых случаях могут его повысить. В институте предположили, что производители устанавливают бесполезные подушки безопасности для того, чтобы пройти федеральные тесты с манекенами без ремней безопасности, где ножные аэрбэги играют ключевую роль. В реальных условиях, как отметили в IIHS, другие варианты защиты могут быть такими же, если не более эффективными. Компания Rolls-Royce попрощалась с текущим поколением седана Ghost. И, как всегда, сделала это красиво. К этому событию британская марка приурочила новую, последнюю спецверсию модели, получившей название «Зенит». Новинка переняла многое у концепта 200EX, который был представлен в 2009 году в Женеве и получил фирменную статуэтку «Дух экстаза» с особой гравировкой, названием спецсерии. Главным элементом интерьера стал особый логотип на центральном тоннеле с узором, выполненным по мотивам чертежей все того же концепта 200EX. Опционально доступен потолок, украшенный звездным небом с эффектом падающей звезды. Автомобили выпустят ограниченным тиражом в 50 экземпляров.